as much. Stay calm and let me deal with them. Добрый вечер. Нам нужно проехать в Сен-Пьер, если вы не возражаете. Мы очень торопимся. Мы готовы заплатить. Хм, а что везешь в грузовике? Ничего особенного. Только немного водки в офицерскую столовую. Может, вы пробу снимете с этого маленького образца? Ха-ха, теперь ты говоришь по-нашему. Можешь ехать. Василий, дурак ты гетики, освободи им дорогу. Russians. I swear their mothers put vodka in their bottles in place of milk. Drive on, my friend, when the way is clear.